Всем привет, друзья! Утро. Первое утро в Прилуках после ночного рубилова. Вот так мы спали практически на дороге. Сейчас покажу. И тут движ вокруг. Красиво очень. Сейчас пойдем на завтрак, потом оффроуд целый день и полночи. Серьезный аппарат. Вон БХ-7 с палаточкой. Тут уже прогревают топовый внедорожник. Лебедка. Куда ты, Саня, вернись? Вот и белый волк. Так, они идут навстречу друг другу. Белый волк, ёлки-палки. А? Ты что, не спал? Нет, а зачем? Правильно, езди, все время езди, не останавливайся. Осень, природа, погода сегодня как под заказ. Привет! Привет! Что, готова машина к бою, да? Готова! Я вижу шины серьезные, мне рассказывали, блокировку установили, да. только недавно. Подъезжают еще люди на серьезных внедорожниках. По координатам шли с навигатором в руках. Триподор порезанный очень ярко. А куда он едет? За грибами? Пока неизвестно, наверное, за грибами. А, уже пора, да? Так, тут Нива. Каска пожарная, оригинал, очень древняя. Подготовка идет. Мерседесы 124. И все, что хочешь, есть. Вот какие два внедорожника серьезных. Где-то издалека люди, наверное. Вот какая машина серьезная. Опа, и человек выходит. Да, выходи. Да, ух, какая у него модная машина. Доброе утро. Привет, ну как ты? Как-то ты спал сидя, да? Да. А там какой-то человек у тебя видел? Я заснул. А чё он на животе, слышишь? Ого. Да. Слышь, у тебя глушитель от Жигулей видел? Резонатор это, да? Так, никого. Пошли все на регистрацию. Машин боевых не видно. Но столы стоят. Не, вон боевая вижу. Вон вижу. Сейчас мы узнаем тут обстановку. Так, тут уже завтрак готов. Вот этот вид открывается. Тихо, тихо, дети смотрят. Нет пока. Какой самурай? А чей это самурай? Чья это? Вадим. Вот это, да? Это Вадика, да? Ух, елки, это самого организатора машина. Я смотрю, какая-то модная очень. Да.
тут все по-взрослому облегчили. Массы. Раптор, компрессор. В общем, по-правильному построили. Легкая машинка. Лебедка сзади. Это та, которая сальто сделала. Сальто назад. Так, тут мотор явно не совсем родной. Хороший аппарат. Шноркель. Вадим пошел по правильному пути. К этому уже все пришли давно. Вес решает. Toyota машина хорошая, но Patrol тоже. Но это все не из этой оперы. Тут все компактно. Так, ну сейчас пойдем. Вот там регистрация, вон на той стороне. Не знаю, тут проход должен быть. А может и нет. Вот топовый внедорожник. Боролся вчера трос. Привет. Трос порвался, но поборолись. Вот она, шашку сняли. Вы... Рустич, самого красивого штурма. Поехал. Это только талашка? Конечно, что тут рубилось. Что это за фигня? Что это за фигня? Положи сигареты до себя. А что, тут спал кто-то? Да. Я спал. Да? Не замерз? Или, а, печка же есть. В зеленой палатке спал в зеленой ниве. Первый запуск после ночи. Да не, ну это вообще, слышишь? В этом году вы готовы, масочки висят вместо зеркала, да? Это новый тренд. Не хлопай так, ты шо? Это же дорогущая машина. Блин, утро начинается нормально. Это первое... Ух, ёлки, ты слышал там... Что это? Это я тяжелый, да? Колесо, осторожно, да. Еда. Не раздави еду. А что, какой в самурае мотор? Там что-то мотор какой-то серьезный. 1.3. Завод. Разве? Да. Что-то там много только на нем навешано как-то. Я так через решетку. Кто? Да нет, он, наверное, скрывает. Да. Генератор там. Это ж Ваня вроде его зацепил. Мы правильно едем? Конечно. Так туда же надо было, в другую сторону. А мы либо там застрять могли, да? Нет, мы, чтобы не портить... Трассу? Да, круговую воду. Я понял. Ух, тут хорошие места. Кто это выкопал? Владик. А что тут сейчас за мотор? Здесь? Да. 1.7. 1.7, да? Вот видишь, Рус, штурман едет с кофе в полевых условиях. Это проверка стабилизации. Да, этого хода подвески. Штурмана на руки, да? Не, ну как-то мы совсем вокруг поехали вообще. А не, не совсем, срезаем, да? Вот тут я очканул ночью ехать на бэхе по вот этой. Поехал вокруг. А тут ямы же большие. Ну да, но меня звали там два штурмана какие-то шли с пловом навстречу, понял? Говорит, да ты тут проедешь. А, да, вот тут хотели, чтобы я поехал, да. Но я... Застрял. Я вернулся, не, я вовремя развернулся. Глянь, погода как под заказ, да, сегодня? Да, вообще. Ну что-то они складываются. Там родные амортизаторы? Нет. Двоюродные? Да. Да. Не хватает, наверное, хода. Родные. Хода хватает, там доваренные уши были. Там стоят такие, как красные, ну, типа под спорт, понял? Да. Они на монстрах отпали уши нижние. С одной стороны. Ого, тут сколько, сколько машин, людей. А потом у нас была покатуха, и отпали с обеих сторон, а не полностью. То есть рассыпались аморты, нижние уши подрывались.
И Рома доварил, он наварил шинки, короче, уши, все. Немного, конечно, финансово. Да не, ну тут ничего лишнего, все. Все четко. Выходим. Ух, какой 69-й. Ты тяжелый. Да? Подожди. Это БК карта закачана. Как-то много, много точек написано вот что-то. А, 160. Бальность. Вот там, дивись. По цветам. Да, интересный вариант. И где кто какие, никто не знает, как мне сказали. Да, как найдешь. Такая... Для всех категорий. Полулотерея. Ну да, все в перемешку. Приехала, а ты ее не берешь, не знаешь. Радиус 6 километров, да? 12 от крайней до крайней. Кто-то мне вчера... 15, да? Видишь, неточная информация. Бально знает только организатор, да? Нет, тут бальность, смотри, 1 балл, не, не, 5 не. Баллов, 10. А тут же не отмечен. Ищите сами. Уравнивает шансы. Так, вот серьезный автомобиль приехал. Нива, гелик. Слышишь, Тойоту, короче, тоже синей изолентой чинят. Сейчас черные укрепят. Все будет красиво. Сигнализацию. Так сняли вообще? Отключил? То, что глохла вчера сигнализация. Это ошибка штурмана, ты знаешь или нет? Конечно. Я ему кричал, зацепи сразу за машину. Но они что-то... А он зацепил за рога. Нет, он зацепил за трос. Между лебедкой и лебедкой еще зачем такая разощитка была. Ну, в общем... Какое-то решение не совсем правильно. Потом все равно перецепили. Так, а это другой крючок, да? Ты снимаешь лишнее, облегчаешь, да? Глянь, как облегчает. Помогай, Юрец. Ты типа кабину поднимаешь, как у пуля, да? О, смотри, снял. Быстро съем. Я лениво бампер шатал. Ему хватит. А после техкома, наверное, ж нельзя изменять. После техкома. Они не проходили еще. Начал с облегчения автомобиля. А, это он, видишь, чтобы трос закрепить специально. Я кота шнурка, только он немає. Серьезный участник едет, у него что-то висит там. Здравствуйте, солнце. Привет. Як вы живы, здоровы? Слава Богу. Ну, ну где ты, Максик? В гипермаркет за ручкой. Купил? Ну да. Будешь писать? Ну надо же заполнить. Готов? Блокировка стоит, ты говорил вчера. Все стоит. Не только блокировка стоит, все нормально. Слава Богу. Так ты идешь на победу или нет? Ну, понятное дело, зачем я тогда выезжал с дома? Если не на победу. Да понятно. Поэтому ну, смысл какой? Какой класс? ТР-4? Ну, да, вроде почти. Туризм. Типа туризм. Да? Это новая модель, да? Да. РБ? Не, КРБ. Это Хумейт. Ну, какая у вас лебедка? Лебедка стандартная. А, да? А там мотор еще запасной, да? Он не постоит, так для декорации. Ага. Подготовились вы серьезно. Сколько сюда километров? Да? От вас? Меньше. 700? 750 нормально. А вот еще одна машина серьезная тоже. Техком идет. А что вот это за конструкция? Ого, тут
Юрец, ты видел конструкция какая? Я тут попробую. У нее колбасы сильно. Это сильно? Да? Это 5 гривен. А, это 5 горшков. Я в картинке неправильно лью. Сразу ты определил? А что вот это за конструкция? Это тюнинг или? Нет, завод. Маша позавидует. Что-то доработали тут. Мосты военные. Я думаю, это конструкция неправильная. Да, лебедка готова. Кардан тут по-суровому соединен. Якорь. Бак. Машина готова к бою. Шины с тракторного прицепа тоже в тюнинге. Так, ну, через полчаса примерно старт. Ну а завтра будет круговая гоночка. К сожалению, дождей было мало, но какая-то грязь будет. Вчера первую уже протестировали на ночном спецучастке. На самом деле ничем не проще. Когда было больше воды, не особо легче. Такси поймал. Ух, елки, подожди, блин, ну тут высота. Слушай, да как в УАЗ ко мне залазишь? Даже выше, наверное. А мы не застрянем? Это страшно. А вот это что? Это шнорки. Не, я проверяю. А вот, так тут хорошая дорога, да? Да что там, пары пониже, бортовые понижены? 78. 136-я, вот какая-то точка, слышишь? А, это старая. Синих нету разве? Зеленая, красная, да? Розовая. Его подрезают, видел как? А он не знает короткую дорогу, да, видно? Турбодизель. Ну что, в машине было? 1,9 же, да, машина? Сейчас заберем. Да. Так, ну до старта недолго. Сейчас едем на брифинг. Ты знаешь, у тебя печка как в Залупазле такая же? Москвич, да? Да. И что, она нормально греет? Отлично. У меня как-то слабо. Отлично. Что-то видно, в конструкции надо работать. По кругу поедем? Или по короткой? Да, шнуркель — интересное решение. Зато все под контролем, да? Ну, чуть-чуть вот под самый потолок был, обрезали плату патрубок лопнуть, так затачивал. Так, а вон ночной спецучасток. Опа! Тут тупик, нет? Да ладно. Или для нас нет тупика? Ну куда мы едем? Сразу по спецучастку? Да, машина готова к бою. Да, высохло все, да? Ну да. Помнишь на Казак Трофи, какое тут болото было? На Масленицу. На Масленицу тоже. А до этого еще был Казак Трофи пару лет назад. А, не был. И тут была вот в этом месте просто непроходная жесть. Кто не смотрел, зайдите, посмотрите. Казак Трофи. 2018, наверное. Тяжело идет, или это мне кажется? Кажется, да. Забыл аккумуляторы в машине от камеры.
Такси поймал еще одну. Сейчас едем. Ну как номер оригинально. Номер интересно закреплен так. Все читается, да? Тут зато мест посадочных, да? А вы в каком классе? Не знаю, папа вроде говорил, ТР-2 или... Канистра тут. Ковер. Клееночка с кухни, да? Все тут есть в этой машине. Какой-то он прибор электронный, что это такое? Это время и градусник. А, это этот, бортовой компьютер. Да. Откуда вы? С Ирпеня. Ого! Это серьезный городок. А что за мотор? Волговский? Да, 24-10. Слышишь, двери как в Роллс-Ройсе открываются, да? Утро с ретрокаров началось. Гидроусилитель есть? Нет. Нету? А рама 69 или УАЗовская? УАЗовская. За месяц до этого, мы только вчера закончили его делать. Все как обычно, да? Вот самый серьезный внедорожник навстречу. А что доделывали? Раму все. Меняли. Раму меняли? Да. Ого. И как, с новой лучше? Ну, да. Блин, что-то укачивает. Вот и брифинг, вон организатор. Что-то рассказывает. Вот это копейка, семерка. Мы ж того едем застревать и выезжать, правильно? Я еще и пытаюсь сразу, по очереди стартуем. Все отсюда, вот сейчас брифинг закончится и все, старт. Помощь участнику. Помощь участнику можно. Смотрите, рассчитывайте на свои силы, на помощь. Ездить никто вас спасать не буде. То есть, если застряли, берете бутылку коньяка, ставите на капот и ждете, кто вас вытянет. По штурманам, значит, Т1. Туристи ТР-1 до 5 чоловік, скільки сидячих мест в екіпажі. ТР-2, ТР-3, ТР-2, 3 штурмана розрішається, ну 2 штурмана розрішається, ТР-3, ТР-4 по одному штурману. А п'яна жінка вважається штурманом чи ні? Можна. Можна? Багаж, багажник. Квадрик розпадарується. Одинакове кількість готових по времени. Буде Трубілова. Пошли за водой, там одна из 50 или из 80 бутылок, одна с сюрпризом. Да, да, ты понял, как пошли? Нюхай, попал? Попал сюрприз? Вероятность небольшая. Вино. Вода. Вода, да? Открывай, сюрприз, может. Вот матрос вода ждется. Не-не. Вода, вода. Нас развил. Где? А, ты не пьющий, я ночью. Покажи. На, понюхай. А ну что, нашел сюрприз? Вода? О, да! Это мы не давай. Это же его за не пьющий. Так, ну стартанули. А где морда, где морда? Потихоньку пошло движение. Давай, может, за кем-то проедем. За бокалом, может. Да нет, Рус, мы сейчас едем, а нас знает, куда мы едем. Так где вы? Ну, поехали за мордой. Давай, поехали.